Здравствуйте! Время женщины на 49-м канале. Программа обо всем, что интересует женщину большого города. Великий Лев Николаевич Толстой утверждал, все счастливые семьи похожи друг на друга, и каждая несчастливая семья несчастна по-своему. И с этим сложно не согласиться. Ведь порой одну и ту же проблему каждый из нас переживает и решает по-своему. Но есть такая беда, которая доводит людей до полного отчаяния. Это наркомания. Не стоит опускать руки. Центр комплексной реабилитации «Свобода» предлагает эффективную помощь наркозависимым. Звоните прямо сейчас 239-65-82. 239-65-82. Вы смотрите «Время женщины». До Нового года осталось чуть меньше 2 месяцев. А это значит, что сегодня мы торжественно объявляем о начале предпраздничной суеты. Новогодний марафон стартовал. За это время мы с вами узнаем, в чем, где и как встречать Новый год, обсудим праздничное меню. Ну а прямо сейчас верная спутница Деда Мороза Снегурочка проследит, как готовятся к Новому году флористы. Внучка Дедушки Мороза несравненно хороша. На щеках румянцы розы, нежный голос, легкий шаг. Стоит сказать, что Снегурочка – это исконно российский персонаж. А благодарить за то, что она появилась, мы должны, конечно же, великого Александра Николаевича Островского, который в 1873 году написал весеннюю сказку, которую и назвал «Снегурочка». Затем Римский-Корсаков на тему этой сказки сочинил оперу. А вот как Снегурочка стала внучкой Деда Мороза, история умалчивает. Сегодня Снегурочка появляется на всех новогодних праздниках. Она, что называется, правая рука Деда Мороза. Она помогает старичку вести дела, отвечает на многочисленные письма и, конечно, проверяет, как же мы готовимся к встрече Нового года. Первым о своей готовности доложили флористы. Их основная задача – создать правильную новогоднюю атмосферу и приготовить много оригинальных подарков. Гирлянды, елки, рождественские венки – игрушки – все это элементы новогодней флористики. Совсем скоро город начнет утопать в ярких огнях и украшениях. В ресторанах, кафе, офисах и наших домах, конечно же, появятся елки и всевозможный новогодний декор. Стоит напомнить, что 2014 год по восточному календарю – год лошади. Как утверждают астрологи, этот год несет в себе динамику, напористость, сочетание расчетливости и огненной страсти. Ну, в общем, все будет хорошо. Что касается модных направлений в флористическом мире, то в этом сезоне по-прежнему актуален европейский декор, стиль кантри и скандинавские мотивы. Сказочные домики, мягкие игрушки – все наполнено теплотой и нежностью. Флористы-декораторы не оставили без внимания и царство снежной королевы. Яркие грозди рябины замерзли от ее холодного дыхания. Снежинки покрылись золотом и серебром. Кстати, традиционно цветами Нового года и Рождества во многих странах считаются все оттенки красного, белый и зеленый. Сегодня помещения украшают как натуральными елками, так и искусственными. Окна, камины, двери декорируют оригинальными венками. Снегурочка, конечно же, по достоинству оценила работу флористов. Новогодний декор, подарки, сувениры – все это создает атмосферу праздника и дарит сказочное настроение. На прощание она велела всем передать: «Украшайте свои дома и офисы, магазины и кафе. Готовьте подарки своим родным и близким. В новогоднюю ночь они с Дедом Морозом непременно к вам зайдут». Бизнес-букет предлагает новогоднее оформление, корпоративные подарки для сотрудников. Самый лучший выбор, пожалуй, только сейчас. Приходите, мы вас удивим. Вы смотрите «Время женщины». На днях я прочитала, что, оказывается, у каждого из нас имеется около 5 миллионов волосков. Причем только около 1 миллиона растут на голове. Получается 4 миллиона волосков. И что нам с ними делать? Эпиляция, скажете вы? Да. Современные каноны красоты диктуют нам, что женское тело должно быть абсолютно гладким. И присутствие на нем волосков встречает непонимание и у мужчин, и у женщин. Существуют ли комфортные методы эпиляции? И вообще, что сегодня нового в индустрии красоты? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в нашем следующем сюжете.
Лазерная косметология семимильными шагами идет вперед, предлагая нам решение большого количества проблем – от лазерного омоложения до эпиляции. Еще в Древнеримской империи появились способы удаления волос, и ровная гладкая кожа стала эталоном красоты. Сегодня в современной косметологии существует множество методов. Это восковая и сахарная депиляция, это фото- и лазерная эпиляция. Но кого-то не устраивает болезненность, кого-то не устраивает временный эффект процедур. И ученые долго работали над созданием технологии эффективной и безболезненной эпиляции. Им это удалось. Новая лазерная технология позволяет не только безболезненно проводить процедуру эпиляции, но и избавляться от волос раз и навсегда. В современном мире люди очень заняты, поэтому всегда интересует вопрос, сколько надо сделать процедур и с какой периодичностью делать, чтобы добиться результата. Так вот, курс предполагает от 6 процедур с периодичностью 1 раз в 3-4 недели, в зависимости от области, на которой проводится эпиляция. Уже более 40 лет лазер применяется в косметологии. Наконец, ученым удалось найти формулу комфортного удаления различных новообразований. Процедура становится практически безболезненной, позволяет убирать сосуды диаметром до 2 мм. Показанием к данной процедуре являются телеангиоэктазии, сосудистые звездочки, купероз. Пожалуй, больше всего лазерных методик косметологии разработано для процедур омоложения. Но все-таки не стоит забывать, что кроме лазерных существуют и другие технологии. Ведь для получения наилучшего эффекта каждой женщине нужна индивидуальная программа, в которой могут сочетаться разные методики. Все мы знаем, что именно коллаген отвечает за упругость кожи. Когда коллагеновые волокна растянуты, то кожа становится обвисшей, дряблой и морщинистой. Какие новые методики омоложения сегодня на Олимпе косметологии? Технология биполярного термолифтинга обладает тремя видами энергии, одновременно работая с вакуумной терапией. Радиоволны стимулируют выработку нового коллагена. В свою очередь, вакуум улучшает микроциркуляцию и обменные процессы в коже. Этот тандем и позволяет восстановить упругость кожи, сделать четкими контуры лица, убрать морщины и складки и уменьшить темные круги и мешки под глазами. Современная косметология сегодня имеет огромный арсенал методик и технологий для продления молодости и красоты. Ведь каждый человек, его кожа слишком индивидуальны, а значит и рецепты красоты для каждого свои. Новинки мировой косметологии в салоне красоты Art Deco. Радиоволновой лифтинг Reaction. Диодный лазер Asclepion MedioStar Next. Салон красоты Art Deco 218-40-33. Одна моя знакомая, страшная модница и большая оптимистка, говорит, ну подумаешь, осень, это совсем не грустная пора. Это еще один прекрасный повод отправиться за покупками. Гардероб-то надо обновлять. Последуем ее совету. Модная осень из Европы крупным планом и прямо сейчас. В этом сезоне многие европейские дизайнеры, создающие одежду больших размеров, не сговариваясь, взяли и сделали сову модным трендом осени. Эта милая птица появилась на уютных трикотажных блузках и водолазках. Являясь атрибутом богини Афины, сова символизирует мудрость и познание. А чем еще удивят нас европейские дизайнеры? Изучая новые коллекции ведущих марок Верпас, Дорис Страйх, Лоран Видаль, Шалу, Гайл Life, можно смело утверждать, осень будет уютной и невероятно позитивной. Мужчинам важно не только выглядеть красиво, но и чувствовать себя комфортно. Олимп, Дигель, Радлов, Пелла – и это далеко не полный перечень известных европейских брендов, которым отдают предпочтение солидные мужчины. Стоит сказать, что у каждой европейской марки одежды больших размеров, безусловно, своя история, своя философия и свой взгляд на моду. Но объединяет их одно – они с большой любовью создают одежду для больших людей. В основе философии бренда Дорис Страйх лежит их приверженность ко всему натуральному. Госпожа Дорис любила говорить: «Мою одежду носят те женщины, которые когда-то поменяли свою талию на детей, но они всегда остаются молодыми в сердце».
Одежда больших размеров от немецкой фирмы Verpas – это своеобразное содружество моды с душой. Основные качества одежды – это комфорт, удовольствие и, конечно, индивидуальность. Наши наряды подчеркивают самые прекрасные страницы жизни женщины. Именно так о своих коллекциях говорят дизайнеры Verpas. В свое время итальянский бренд Gaia Life произвел настоящую сенсацию в мире современной моды. В глянцевых журналах писали: «Одежда больших размеров от Gaia Life позволяет строго блюсти свой стиль, свой имидж и смотреть при этом загадочно и элегантно». Осень вовсе не грустная пора, а прекрасный повод обновить гардероб и выглядеть модно и стильно. Мультибрендовый магазин Grand Persona представляет новую осеннюю коллекцию одежды больших размеров из Европы. Приходите, вокзальная магистраль 5. Еще в Древней Греции и Риме люди начали украшать сады античными изображениями богов и героев. С течением времени мода менялась, но античные гости и сейчас являются гостями желанными, оживляющими садовый ландшафт. Сегодня мы поговорим о стильных предметах интерьера для загородных домов. Если совсем недавно люди стремились жить в городском центре, то сегодня модно и престижно жить за городом. Роскошные апартаменты загородных особняков обставляются красивой респектабельной мебелью, украшаются малыми архитектурными формами. Еще на стадии проектирования коттеджей часто предусматривается создание специальных каминных гостиных. Мода на камины послужила толчком для создания самых разнообразных электрокаминов, ведь они легко устанавливаются даже на мягких пушистых коврах, а теплоотдачу имеют очень хорошую. Модным декором в последнее время становятся скульптурные каскадные фонтаны, которые оригинально вписываются не только в ландшафтный дизайн. Они находят свое место в домах и даже спальнях, ведь приятное журчание воды помогает расслабиться после дневной суеты. Известно, что первые фонтаны появились в Греции. Они служили источником питьевой воды, охлаждали и увлажняли воздух. Сегодня, как и в те времена, они улучшают микроклимат в помещении и являются источником наслаждения. Чем больше пространство загородного особняка и приусадебная территория, тем больше возможностей для создания крупных оригинальных акцентов. Скульптура, как вид искусства, существовала с древних времен. Дворцы, храмы, дворянские поместья всегда украшали статуи античных героев. Малая архитектура несет в себе античную красоту и сегодня. Как и прежде, она является олицетворением статусности. Статуи львов или драконов, сидящие перед парадным входом в здание, использовались веками, ведь лев символизирует стражу дверей и сокровищ. Считается символом власти, силы и богатства. Пара львов означает дважды сильного властелина, поэтому лев очень часто присутствует в интерьерах дворцов и храмов. Если даже на небольшом участке построен особняк в классическом стиле, то в саду, окружающем его, вполне уместна статуя нимфы или амура, или массивный кубок в стиле античной амфоры. Во все времена человек стремился к красоте и созданию своего земного рая на этой земле. И скульптура порой помогает дизайнерам и архитекторам создать этот рай для каждого человека, в зависимости от его потребностей. «Мой сад» на Бердском шоссе 4/1 предлагает стильные предметы интерьера для загородных домов, офисов, кафе и ресторанов. Бердское шоссе 4/1. «Мой сад». Что будет модно этой зимой? Данный вопрос сегодня волнует многих. Ответы, как всегда, мы черпаем из глянцевых журналов, внимательно отслеживаем показы на неделях высокой моды и, конечно же, с нетерпением ждем, когда новые коллекции появятся в продаже. Зимние обновки для стильных горожан внимательно изучала Наталья Сапелкина. Практически.
Эстетично и невероятно стильно. Именно такие отзывы можно было прочесть у большинства модных критиков, которые внимательно изучали новые коллекции зимней одежды. Мастера Греции, Турции, Франции, ну и, конечно, Италии на сей раз смело заявили: модная зима в этом году будет яркой, экстравагантной, ну и, конечно, уютной и теплой. Роскошный мех и кожа ходят рука об руку. Мех уживается не только с кожей, но и с текстилем. Дизайнеры щедро цитируют кинематограф, театральность, французский шик и элегантность Италии. Для дам с пышными формами дизайнеры предлагают шубы и дубленки, что называется, правильной длины и правильного кроя. По-прежнему на пике моды экзотический шик. В свое время леопардовые принты стали символом сексуальной революции, олицетворяя природные инстинкты и страсть. Одними из главных трендов этой зимы станут многослойность и вязаный текстиль. Наверняка своеобразный винтаж по достоинству оценят юные горожанки, вечно спешащие и желающие идти в ногу со временем. Что касается мужской моды, то в этом сезоне ее никак нельзя назвать консервативной. Красиво, мужественно и слегка агрессивно. Пожалуй, так можно обозначить мужскую коллекцию одежды для настоящей русской зимы. Объемные капюшоны и теплые пушистые меха волка, мериноса, рыси. Раз уж мы заговорили о мехах, то в женской коллекции они представлены в роскошном виде. Это соболь, шиншилла, ну и, конечно, норка. Фасоны норковых шубок, скорее всего, напоминают элегантные вечерние платья, укороченные и длинные, со стильными элементами декора. Норка вполне самодостаточна, но она ничуть не противится и мирно живет с мехом лисы. Я с нетерпением жду зиму, потому что в этом году у меня есть возможность меняться, меняться и меняться. Тем более дизайнеры приготовили очень интересную, яркую, красивую и, к тому же, модную коллекцию. В этом сезоне модное сочетание различных мехов, например, рыси и норки или лисы и норки. Теперь о пуховиках. Итальянцы очень практичные люди, поэтому они думают не только о том, чтобы было тепло, но и о том, чтобы было красиво. Мода с каждым годом меняется, преображается и преподносит нам новые сюрпризы. А все потому, что дизайнеры живут в постоянном поиске чего-то нового и оригинального. Их творения впечатляют и заставляют восхищаться. Поэтому дизайнерам хочется пожелать вдохновения и творческого полета. Ну а нам удивления и приятных покупок. В Новосибирске открылся новый салон кожи и меха «Капитоль». Более 10 тысяч изделий. В честь открытия до конца декабря при покупке одного изделия второе в подарок. Вокзальная магистраль 6А, 218-37-23. Не решайтесь на покупки, не увидев «Капитоль». На этом у меня все. Это был наш последний сюжет. Смотрите «Время женщины» на 49-м канале каждое воскресенье в 10:30 утра и в повторе в течение всей недели и на сайте nsk49.ru. До встречи ровно через неделю. Имидж-ведущий, салон красоты «Арт Деко».